158 учащихся накануне получили свидетельство об окончании обучения в Центре развития творчества детей и юношества «Гармония». Традиционный выпускной вечер объединил всех, кто постигал основы сестринского отдела журналистики, психологии, педагогики, товароведения и парикмахерского мастерства. Отрадно за детей, что они выбрали разные направления сдачи экзаменов. Это рефераты, презентации, ответы по билетам и тестирование. Все экзамены были посвящены 40-летию Центра развития творчества детей и юношества «Гармонии». Полученное свидетельство помогает старшеклассникам при поступлении в высшие учебные заведения. В некоторых вузах этот документ служит дополнительным баллом.